21-22 декабря в Акмуллинском университете прошли Дни башкирского эпоса «Урал-Батыр». Организатором выступил научно-исследовательский центр башкирского фольклора БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Целью празднования стала популяризация, дальнейшее изучение, увековечивание, продвижение в общественную жизнь, науку и образование башкирского эпоса «Урал-Батыр». День эпоса «Урал-Батыр» – это наша давнишняя перспективная работа. Давнишняя в том плане, что мы к этому дню готовились различными программами. Эпос «Урал-Батыр» – древнейший эпос, который питает очень много других эпосов своими идеями, мировоззренческими стереотипами. Официальное назначение этого дня будет иметь очень большое значение в духовном воспитании, в культуре, образовании. Эпос «Урал-Батыр» – памятник башкирской словесности. Он вобрал в себя древнейшую мифологию, которая существовала много тысячелетий назад. В нем представлен широкий спектр древних воззрений, уходящих своими корнями в недра первобытно-общинного строя. Торжественное празднование Дня башкирского эпоса состоялось 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, олицетворявшего для наших предков победу света над тьмой. В основу башкирского сказания «Урал-Батыр» также положена вечная история о борьбе добра и зла, о героизме ради высшей цели и торжестве жизни. В концертном зале участников и гостей мероприятия приветствовал ректор БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Салават Сагитов. Нам очень сильно повезло, что у нас есть такое великое достояние, такое сокровище, как эпос «Урал-Батыр». Не у каждого народа, далеко не у каждого народа есть понятие эпос, свой эпос. Эпос – это такое достояние, наши заслуги в том, что он у нас есть, нет. Но у нас есть обязанность передавать и развивать этот эпос «Урал-Батыр». И не только «Урал-Батыр». Мы действительно очень богатый народ, потому что мы богаты на песни, мы богаты на мелодии. Я думаю, это станет хорошей, доброй традицией отмечать этот день. С теплыми поздравлениями и пожеланиями также обратилась заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Альфия Галиева. В адрес организаторов и участников Дня башкирского эпоса поступили поздравительные телеграммы от коллег из Москвы, Республики Саха, Республики Алтай. Почетными гостями стала поэтесса, главный редактор журнала «Акбузат», председатель комиссии по культуре и средствам массовой информации Всемирного курултая «Башкир» Лариса Абдуллина и поэтесса, главный редактор журнала «Башкортостан КЗ» Гульназ Кутуева. Для того, чтобы понять суть, историю и творчество быт башкирского народа, нужно изучить, нужно знать содержание и, наверное, самому нужно активно принимать участие в таких мероприятиях, где мы просвещаем, где мы восхваляем нашего Урала, наш Кубаир, и только тогда мы можем понять именно жизнь и для чего мы, как башкиры, рождены на Урале и почему именно мы являемся хозяевом этой благодатной, богатой, прекрасной, священной земли Урал. 22 декабря в рамках Дня башкирского эпоса в Башгоспедуниверситете состоялся круглый стол «Эпос Урал-Батыр. Золотой учебник родного языка, образования и воспитания». В его работе приняли участие ученые-исследователи из Иял-Уфи-Цыран, общественные деятели, представители Министерства образования и науки, Министерства культуры Республики Башкортостан, преподаватели БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы и колледжа университета. Бүгін кесе, бүгін бектал сылғы күндер, байрам күндері, нардуған байрамы. Ол әлегіліктен бейік ғырлау күткерілген. Хәм бұл күндерді ең яқшы іштер ішіліп, ең матур мәжлістер ейіп, бір-біріне құтлап, бір-біріне езгіттілік тәрі етіп, тылсымды күндердің тылсымын арттырғандар.
По результатам прошедшего обсуждения было принято сделать Дни эпоса «Урал-Батыр» ежегодными. Во всех учебных, культурно-просветительских учреждениях развернуть масштабную работу по изучению, популяризации, исполнительским практикам народного эпоса, а также расширить репертуар инсценирования образцов народного эпоса в сфере образования и культуры.